почему трэш-бар назвали не трэш-бар, а фреш-бар? Потому что фреш — это типа свежий, а трэш — это мусор по-английски. Трэш, рабиш — это мусор. А. Ну, так типа звучит лучше, видимо. Трэш-бар. Трэш — это по идее круто. Трэш — ну круто. Прикольно. Крутой бар. Прикольный бар. Кстати, иди сюда. Вот я нарисовал знак фашизма и зачеркнул его. Что мы победили фашизм. Молодец. Если бы я тогда бы жил, я бы послал этих фашистов. Нахуй. Надо им сказать. Да. В магаз. Он хочет в магаз, чтобы сходить. Но это же запрещено. Типа незаконно. Дети, можно безалкогольное пиво пить? Да я не знаю. Ну, безалкогольное, там только пшеницы, все, что надо. Алкоголя, да, оно, вообще нет. Оно просто горькое. Да. Но, кстати, я пью безалкогольные. Нифига ты. Не в Белокурихе. Ой. Да, придем. Такой городской поселок. Ну или деревенский поселок. Вот. Нифига ты. Даешь. Мне родители давали немного попить это безалкогольного пива. Но мне понравилось, кстати. Нифига себе. Оно не очень вкусное, но прикольно. Если удастся, я могу у папы попросить, чтобы он мне дал пиво из ретро. Там есть акция. Ну, там похоже, когда мы брали, это, там похоже 13-го. Если ты покупаешь что-то, то тебе подарок, то тебе безалкогольное пиво впадало в подарок. Папа с такой, а алкогольного нету. Она, это продавщица сказала то, что только безалкогольное. Понятно. Смотри, я серый сегодня. Куртка внутри серая. Ну да. Куртка серая. И штаны серые. Кстати, это кепка моего папы. Прикольно. Это мне папа в ГБР служил. Ну, ты знаешь, где эти, как его. Знаешь, там где это? Там где КП. А, ну да, знаю. Вот у меня папа там служил. Вот у меня папа там работал. Сейчас он в ГХК. Здесь. Вот. Мне его кепка досталась. Слушай, раз ты директору показал средний палец, тебе к лицею лучше не подходить. Ну, я и не подхожу туда вообще. И хорошо. Но это было много лет назад. Директор бы такого не простил. Ну да. Он это запомнил, увидел тебя, то, что ты возле лицея. Вот. Позвал охрану. И все. Да я туда больше не хожу вообще.
ты на какие отметки учился? На тройки, четверки. Как проходил?